Работы на дорогах микрорайона ведутся в основном в темное время суток. Ночью поток машин намного меньше. На сегодня отдельные участки бытхинских дорог уже радуют глаз местных автовладельцев. Но замена асфальтового покрытия – это далеко не все, что стоит в планах городского руководства. В рамках ремонта дороги улицы Возрождения, улица Бытха, предусмотрен ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, ремонт ливневой системы. В самом деле порядка 6 лет ремонт дорог по микрорайону не проводился. Ну вот, спасибо главе города за инициативу, за понимание. Первый этап работ, он же основной, коснется всего большого круга микрорайона, вплоть до выезда на курортный проспект. Второй этап предусматривает ремонт внутриквартальных проездов. В целом получится порядка 2 километров новых дорог. Ну а после ремонта дорожного полотна специалисты приступят к благоустройству зеленых зон. Все плохо было. Ну вот сейчас вот вроде бы вид такой цивильный становится. Бытх — это район хороший, мы его любим. Вот, и хочется, чтобы он был красивый. Хочется. Спасибо за то, что обратили внимание. Давно ждали и хотели, чтобы был как можно скорее все, потому что люди все ходят старые, вы видите, пожилые, пенсионеры, естественно, ломают себе ноги, руки и так далее. Поэтому, конечно, хочется. И вообще хочется, чтобы Бытха была, ну, таким, знаете, очень красивым, милым уголком. Такой же, как центр Сочи. Дороги делают. Вот нам гляньте. Ух! Красотень. Что еще сказать? Мы рады и мы довольны. В конце сентября, когда завершатся все ремонтные работы, на Бытхе изменится схема движения. Решение приняла комиссия по безопасности дорожного движения. Отрезок дороги от дома номер 19 по улице Возрождения до дома номер 55/1 улицы Бытха станет односторонним. Движение на этом участке закольцуют по большому кругу. Связано это со скоплением машин на остановке Аэлита. Останавливается там как общественный, так и частный транспорт. Во избежание заторов с правой стороны скоро установят запрещающий знак. Тем самым планируется упорядочить движение и парковку всех автомобилей. Ольга Десятова, Инга Габешия, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.